Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотел несколько слов сказать об английской группе «Смоки». «Смоки» с перевода с английского «дымный прокуренный». Британская рок-группа из Брэдфорда, образована в 1963 году школьными друзьями Крисом Норманом и Аланом Силсоном, приобрела высокую известность во второй половине 70-х годов. Группа часто меняла свой состав. Лишь Терри Атли дожил в ее составе до настоящего времени. За все время Смоки выпустили 21 альбом. Одна из известных песен этой группы «Вот кино иду». «Что мне делать? Каждая мечта поплывет мимо, как облако по ветру высоко в небе. Каждый шаг, что я делаю, кажется, пойдет не по верному пути, как холодная ночь после летнего дня. Что мне делать? Что мне делать?» – спрашивают музыканты. Давайте послушаем группу «Что мне делать?» группу «Смоки» с песней «Что мне делать?». Let me in.